Так, ну что, у нас новая хрестоматия. Кто такой Виламоид Смелендорф? Не знаю, у вас есть какие-то Я не представления? знаю. Ну, он, знаете, он в широких, так сказать, философских кругах известен как, прежде всего, критик первой книги Ницше А, «Рождение да, духа». помню, помню, да. Но это, конечно, не его не главная его заслуга. Это, в общем-то, филолог. Филолог-классик номер один вообще всех времен и народов. Такой типа Пушкина такого в классической филологии. Он, правда, надо сказать, что он немножко к другому поколению принадлежал. Он был младше Ницше и прожил дольше. То есть он дожил до каких-то... До Веймарской республики, насколько я помню, он дожил. А может быть, даже и до Гитлера. Я, честно говоря, сейчас уже не припомню. Вот. Да, я сейчас только вспомнил как раз по поводу его критики, этого разделения на дионисическое и аполлоническое. Да, да, это он был. Ну что, начинается все с простого. Хрестоматия вообще сложная. Там дальше будут... И, кстати, она отличается от современной хрестоматии. Мне это нравится, что там есть тексты, насколько я помню, такие научные, типа Архимеда какого-нибудь. То есть всякая всячина, в том числе довольно сложная. Но начинается все с простого, то есть с басен Эзопа, традиции. Но они быстро закончатся. Так... Давайте я буду выделять, как всегда. Ну, вот это, да, первую коробку. Да, вижу, я тоже у себя тоже открыл. Леайна ой онэйдидзумэне, да, это? Онэйдидзумэне, юпо алопекос, наверное, здесь. Вот так, да. Алопекос. Эпито диопантосту хрону генетиктейн гене эфе ала леонта. Ну, это... Я так полагаю, что отсюда и взяли все составители российских учебников и русских про лисицу и про львицу. Значит, да. Львица, когда... Ну, дословно, она была спрошена, или когда ее спрашивал, это настоящее время. А, это не глагол спрашивать, она идит, это упрекать. Упрекать. Анаидинза, да. Значит, я когда ее Вот, упрекнула ее. Кто ее упрекнул? Да. Лиса. Да. Значит, когда ее упрекнула лиса, вот, кстати, хорошо знать, эпи, да, по поводу чего? Ну, типа, за то, что, да. За то, что, да. То... Господи, как это передать? Это субстантивация. То есть за то, что она рождает одного гена, а диапантоз это через... Нет, не диапантоз, а диапантоз тухрону. Надо вместе это взять. Диапантоз тухрону. Ну, как бы через... Ну, все... Вот как передать понтос тухрону? Через все время? За все время. А, за все время, во. Ну, имеется тубио, конечно, за все время жизни. У тебя понтос тухрону тубио. Если не факт, что это правда. Вот, ну хорошо. Не важно, это же басня. Да, за то, что она за все время рождает только одного. А, нет, подождите. Что-то я по ерунду сказал. Это, видимо, за один раз, да? А, это как to chronos здесь как one time, в смысле. Наверное, да, скорее так, да. То есть chronos может быть как раз. Ну, диапантоз за все время родов, наверное. Окей. Да, и она отвечает, говорит F одного, но льва. Ну, зато льва, да. Так. Да, получается, львица же не может рожать только один раз за всю жизнь, мне кажется. Несколько раз. Да, наверное, за раз. За раз. Хотя я не уверен, что она, кстати, даже за раз рожает одного. Мне кажется, как кошки рожают, там несколько котят, наверное, львица рожает тоже. А что, получается, лисы рождают 15, что ли, сразу? Лисят? Я даже не знаю. Я тоже не знаю. Жалко, Евгения нет, он бы нам сказал. Так. Он точно знает. Ну давайте, вот это следующий, да, кусочек. Да. Кюон креас эхуса, потамон диэбайне.
Тхиасамене де это Девине. Тхиасамене де Тенхе Утес Киан. Катату Юдатос Юпелабен. Гетеран Кюно Эйнай Медзон Креас Эхосон. Хетеран только. Хетеран, да. Хетеран Креас Эхосон. Собака, имея, ну, при себе мясо, пересекала реку. Это имперфект девайна. Да, может быть, начала, может быть, просто пересекала, переходила. Да. И пыталась. Вот это эхус и креас, мне кажется, можно, в принципе, переводить просто с куском мяса. Так немножко более вольно. Да. Но я хотел точнее, чтобы ну, да. передать причастие, что она настоящего времени, что она пересекала и имела все одновременно. Да. Так, тхесемена де тес геотескиан. Увидев здесь уже причастие аорисное, тхесемена. Почему... А, свою собственную. Все, Гаутес это... Увидев свою собственную тень на воде. Смотрите, эхуса женского рода причастия, то есть это собака, а не пес. С предыдущей части. Собака, да. Ну и Тхасамена тоже, под Тхасамена тоже видно это. И Гаутес на это же указывает. Да. Ну, Кион, по идее, ну, и Го, и Гэ, да, может быть. То и так, да, и ну здесь понятно, что Гэ, да. Значит, она увидела свою, увидев свою тень, собственную тень на воде. То есть, интересно, кататы Юда тоже. Вот это, знаете, вообще-то это скорее не на воде, а под водой, формально говоря. Ну, давайте кота генитивы это посмотрим. Кота. Вообще, под, видите? Или в. Нет, ну, в тоже может быть. В воде, под водой. Ну, конечно, на глади воды она увидела, а не под водой. Но она-то решила, что там под водой что-то есть. То, смотрите, сюжет в этом заключается. Ну, видим, поэтому в воде. Да. Юпелабен – это Юполамбано, это значит... Сейчас я хочу посмотреть. Это близко к Юпатитхами. Вот у нас есть Юпатитхами, по-моему, часто в метафизике Аристотеля встречаются. Мне так кажется. Много значений. И прерывать, и взяться за что-то, и предположить. Предположить? Предположить. Вот я вижу, да. Да, как и Юполамбано тоже. Угу. То есть она предположила, что это другая собака, у которой больше мяса. Ну да, больше кусок мяса. Угу. Странно, в отражении мяса кажется больше, да, получается? Ну ладно. Почему-то. Да, не знаю, наверное. Так или просто показалось. Чужой кусок кажется всегда больше своего. Да. Угу. Диопер Афейса, то Идион, это Го, да? Это Гормао, конечно. Гормасон. Гостой Кейне. Не пойму, что за знак. Гостой Экейнес, Это Экейнес. Я думаю, просто там какой-то знак, да. Гостой Экейнес, Афаресомена. Я забыл только, мы говорили, что такое диопер, где-то мы его встречали не очень. Это, мне кажется, свойственно более позднему языку, диопер, потому что, наверное. Ввиду того, что потому что... Да. Сепокуа. Почему-то в Литл Скотте нет, только есть французский словарь. Афейс это Идион. Афейса это Причастие. Это Да, я понял. Это Абхими, да? Абхими. Да. Абхими. В ауристе, да, женского рода, то есть, ну вот. Ну, не то чтобы сознательно бросив, но, наверное, уронив, может быть. Отпустив. Ну, может быть, действительно она отпустила, да, отпустила. Она отпустила свой собственный. Нет, видимо, ауристе, кусок мяса. Уронив, отпустив. А, отпустив, конечно, да.
отпустив свой собственный, Гурмау, это ведь куда-то отправится, да? Она... Нет, ну не нет, она как бы сделала как бы движение для того, чтобы... А, да-да-да. Под... Устремилась, что ли? Да. Устремилась, да. Да, она, значит, госто экейнес афайресомена. Для того, ну, смысл то, чтобы захватить кусок мяса той. Ну, той собаки, которая она видит в отражении. Причем куска нет, от него осталось только то. От мяса вообще осталось только то. Ну, нормально, так, вполне нормально. А афайресомена – это будущее время... Потому что намерение, да. ГОС – это, как это называется, футуральная конструкция или как? Целевая, я бы сказал. Целевая. Для того, чтобы ее мясо отнять. Мясо и той. А почему он стал, это из-за будущего времени он стал медиальным? Это же не... Ну, он также, видите, также может быть медиальным. Вот видите, оно, как да. Да. Вижу. А может быть, можно добавить, что для себя отняв. Ну, а можно не добавлять. Просто чтобы отняв ее мясо. Так. Ну, давайте до конца басни. Сюнеба. Юпоту потабу парасюре. И правильно прошло? Сюда парасюре. Парасюре, да, это глагол сюро. Так. С префиксом. Значит, небо дал трем фотором. Тут очень важный глагол, в частности, для Аристотеля очень важный. Сюмбайно, знаете, сюмбайно. Это корневой аорист, тут у нас понятно. Случаться, происходить. А, я думал, она что-то сошла. Ну, значит, с ней произошло, что ли? Да. А что она... Угу. Да, дальше, вот это что такое? Это глагол стерео, правильно? Да. И это, видимо, пассивная... Пассивный аорист. Да. Инфинитив. Да, инфинитив пассивного ариста. Терео, только я забыл, что означает. Стерео? Это терять, что ли? А, лишил. Она была лишена. Интересно, что стерео требует генитива. То есть так произошло, что она была лишена обоих. А функция какая генитива, как вы думаете? Это интересный, кстати, вопрос. Я думаю, что... Вот вы как думаете? Не партитивус. А, может быть, это генитивус объективус? А может быть, все-таки сипротионис? Лишена, как бы... Лишится, как сепарация, да? Ну, как родина лишится, например, да? Может быть. Там сестры. Ну, то есть, отдалиться. Ну, мы не обязаны, конечно, об этом постоянно думать, но в словаре написано, что тиносфит, да, всегда. Хорошим, да? Вот тинос. Да, написано, что да, что в Little Scotty написано аккузативус персона и генитивус рей. Рей вещи, то есть, да. То есть кого-то терять это будет тина, а что-то терять, интересно. Это тинос. Так. Туменме эфикномене. Эфикомена тут нету, на. Эфикомена. Но это эфикномай. Эфикнеомай. Эфикнеомай. Или нет? Нет, правильно. А что еще может быть? Сейчас. Не очень понимаю. Ту. То есть ту это здесь тоже что-то отсутствующее? Это, ну смотрите, тинос. Ну вы видите на экране, у вас нету такого словаря простого?
Вы все смотрите Доходите, микроскопы? чего достигать. Нет, я у вас смотрю тоже. Позитивность, то есть тум, только отрицание тут есть. Мэ, фикумен. А в смысле, имеется в виду это мясо, да? Тут и здесь. Тумен, то есть туде, она его не... смотрите. Давайте тумен, туде, два куска мяса разных. Настоящий и воображаемый. А, ну то есть она одного не достигла. Да. Почему не достигла? Потому что потому девушки... что его не было. Потому да. что его не было. И другого, потому что она его... Оно теперь было, тут... видимо, рекой унесено. А что это такое? Ну, какой-то какая форма глагола? Как будто бы это какое-то причастие. Нет, это глагол. Это глагол. И обратите внимание, это вообще пассивная конструкция. Видите, гентилус аутерис, гепута потому. И глагол в пассиве, это пассив. Вот посмотрите. Возможно... Вот видите, аурис пассива от сюра и сюран, бистхеты. А, ну понятно, да. Да, бистхеты. Можно пара сюру посмотреть, чтобы уточнить значение. Увлекать. Ну, довольно хорошо сказано. То есть она была увлечена рекой. Засосан. Кусок мяса реальный был засосан рекой вниз. Ну да. Хотя это более поэтическое. Я не знаю, видимо, здесь нет такого значения. Пару сюру, в смысле, просто течение его увезло. Увело. Ну, мне кажется, он... А, течение, не то, чтобы оно утонуло, да? Ну, не важно. Я не знаю. Ну, в общем, а может быть, и рекой увлечено. А как в Литл Скотте переводится парасюра? У вас открыто, да? Я пока не искал. Парасюра. Yes. Парасюра. А, тут больше значений. И как бы унести... и как sweep away, как carry away, и выхватить, snatch away, и drag, тащить. Ну, то есть это вдоль, да, пора. Это не вниз скорее, да, то есть оно, он просто как щепка утек по реке, этот кусок ну, мяса. Вот да, в Литл Скотте здесь они говорят, допустим, of a rapid stream, то есть этот быстрым потоком, мощный, да? Да, быстрым потоком, как будто бы увлечено. И обычно в пассиве, как ни странно. Это очень много пассива. Угу. Собственно, как мы здесь и видим, да. От хэта исчезло, потому что р это liquid, текучий. Угу. Потому что если бы он утонул, то был бы вот этот глагол, показанный на экране, наверное. Дюна. Да. Ну ладно. Вот такая простая басня. То есть она потянулась за воображаемым мясом и потеряла реальное. Ну, мораль понятна, да? Так. Угу. Давайте. Следующая басня состоит из одного предложения, но длинного, да? Ну, ладно, из двух. Окей. Из двух. Алопекс лимотуса, лимотуса, гос эдхиасато, эпитинос анадрадос, ботриос крымаменус, Эбулетхе аутократесай кай ука дюнато. Так, опять какая-то лиса. Лимотуса. Это лимото, что ли? Вы знаете, как будет слово голод по-гречески? Голод. Это не как-то вот лим тоже. Лим. Да. Лиме, лимос. Лимос, да? Лимос. А это глагол, а его нет в Эйсмане. Лимоссо, лимотто, по-моему. Посмотрите у вас в словаре. Ну, испытывать голод. Да. Есть такой, да? И лимотто, ну, он какой-то странный немножко. Вот лимоссо, Лимоссо, да. Терпеть голод, голодать, я смотрю по дворецкому. Авторы только да. Поздние. То есть, я даже таких не знаю, какой это стр, бабр. Нет, это как раз наш то, что мы читаем. То есть мы читаем даже, видимо, не Эзопа, а Бабрия, по-моему. Я просто никогда этим не интересовался. По-моему, я боюсь ошибиться, но кажется, это басня эзоповские сюжеты, но в интерпретации Бабрия. А первый кто там до Бабрия был у вас, Варя? Тр. Страбон, что ли? А это Страбон, да? Стр, Страбон. 15, написано Стр 15-25.
Ну, может быть, я не помню, сколько книг в Страбоне, ну, наверное, 15-я книга. Страбона, может. Ну, неважно. Тоже, ну, автор тоже поздний достаточно Страбон. Ну, значит, голодающие лиса, наверное, здесь когда она увидела. Сейчас, эпитенос. Анадендрадос, не знаю, это в засаде или на дереве? Не-не-не. Ну, уточните. Смотрю, да. Анадендрас. А, это лиса и виноград, понятно. Да. Это виноградная лоза, да? Да-да-да, виноградная лоза. Антруспола. Аботриоз, что такое? Ну, это то же самое, только конкретнее и меньше по размеру. То есть это буквально не дерево, а сама вот именно лоза, на которой ягодки как вот виноградные. То есть на лозе она видела гроздь, вот. Гроздь винограда. И кремаминус подвешенная как раз. Подвешенные грозди. Только смотрите, какая здесь конструкция после глагола «этхеаса»-то. А, то есть она увидела, конечно, да. Она увидела, что они висят, правильно? Это же настоящие. Вот именно, да. Что грозди висят на чем? Эпис генитивум, да? Что означает? Ну, с лозы как бы, наверное, здесь свисают. Нет, на. Мне кажется, она... Окей, да. Я просто думаю, мне кажется, мы где-то переводили в домашнем задании, что каких-то там у них трупов свешивали с деревьев, и они даже свисали как бы у черного с деревьев. Ну, это у Евгения было как раз. И там, по-моему, и Пи тоже было как раз. То есть они свисают, висят на деревьях или свисают подвешенные на деревьях, вот. Ну, это зависит от глагола креманиуми, от его использования, да, от того, как он используется, сипи. Ну, тогда ладно. Они же действительно свисают, да? Они свисают, они находятся на, да? Ну, не знаю. Ну, пускай. А что тут написано-то конкретно? Эпитенос вы забыли еще перевести. Эпитенос. Эпитенос. С какой-то, наверное, с этой, как ее, лозы. Ну, хорошо, с какой-то лозы свисающей или на какой-то, или висящей на какой-то лозе, да? Когда она это увидела, что она сделала? Она Эбулуса, ведь это Эбулатха, это захотел, то есть Буломай становится в пассиве, да, в аористе. Да, захотела. Она их захотела. Чего захотела? Как бы имя овладеть, ну, завладеть, наверное, вот так вот. Да. Гентилус компротионис, да, и аорист, аористный. Инфинитив, но и не смогла. Кстати, обратите внимание, какой здесь кай интересный, да? Он такой довольно противительный, да? И, но не смогла. Можно назвать это кай адверсативом. Такой противительный. Да? Однако еще не смогла. Так. Дальше. Апалатомене де прос геутен эйпен омфакес эйсин. Омфакес эйсин, да, здесь. Так. Апалассо, да, это Апалассо. Отдалившись, получается, что ли? Или упустив просто? Ну, да. Прос. Я бы хочется понять, знаете, обломавшись, так сказать, то есть вот. Обломавшись, фигурально. Ну, а буквально освободившись, ну, то есть, не... А может быть, оставив попытку, да, дальше ее, так сказать, дотянуться? А! Или примирившись с неудачей, так сказать, ну, я не знаю. Вообще, палас — это глагол освобождения именно. Или уходя. Ну, уходя. Отходя от несолоно хлебавшего от этого дерева, не знаю. Интересно, что здесь. Как будто больше позитивное значение.
Уходя. Но она же, смотрите, что она себе говорит, что как будто бы она победила, но он факес, ну, если, да. Да? Вы знаете эту сюжет, да? А, смотрите, она как просто Гаутен, вот мы не обратили внимания, она не просто освободилась, она просто Гаутен. А, нет, она сказала просто Гаутен, да. Да, да. Вот извините, я сначала тоже думал, что Апалласу спрос работает, а получается, что нет. Значит, уходя, наверное, мне кажется так, уходя, она сказала самой себе. Ну, видимо, они незрелые, да? Омфак. Ну да. Омфа. Омфакс. Омфакс. Незрелый виноград. Есть. Омфакс. Да. Ну ладно. Так, давайте дальше. Успеем вот эту большую. Леон Герасас, Кайме Динаминос, Диал Алкес, это да? Диал Кес Хеутотро Фен Поридзейн, Эгно Дейн Депиноес, Туто Праксай. Лев, состарившись и не имея способности. Почему интересно мэ? Ну ладно. Не способны. Я думал, у динамин, динамин. А, почему не у? Да. Диалкес, хеутотр, фен, поридзень. Сейчас я хочу понять, что такое алкес. Возможно, это какая-то охота или еще что-то. То есть посредством. Не. Или из-за. Алке – это сила. Либо защита. Вот мы читали и читаем Эдипа, там в одном месте алке означает буквально защиту. Защиту от чумы, от болезни. Но здесь алкэ, я думаю, просто сила, вот физическая сила льва. Угу. Интересно, что почему-то ди алкэс, и явно, что это генитив. То есть ди с генитивом. Через силу. Через силу. Ну, в смысле, с помощью силы. При помощи силы, да. Ну, понятно, да. Угу. И не способны при помощи силы самому себе доставить Паридзе, да, еду? Да, про питание, да. Эгно дейн. А дейн это глагол, да? Ну это атео, да, инфинитив. А, дел, ну конечно, да. Сейчас, эгно дейн ди эпоноес туто праксей. А что такое эгно? Ну, это гигноска в прошедшем времени, в аористе. А какой тип аориста? Корневой. Корневой, да. Смотрите, гигноску иногда можно понимать, как слово «понимать». Ну, то есть он понял, смекнул, сообразил. Угу. Что? Дальше какая конструкция? Что это, наверное... Ну, да, да. Это... Я думаю, здесь какой инфинитив-то основной будет? Что... Так, эпин... Сейчас, эпиной, извините, сейчас я хочу эпиной посмотреть. Эпиноя – это типа ухищрение, хитрость. Ухищрение, да, сила мысли какая-то, да. Он решил, что это можно, может быть, сделать, или нужно это сделать силой. О, и ухищрением. Аналогично диалкес, да? Диэпино, диалкес. Через силу он не мог, а через ухищрение. Так, и значит, какой главный инфинитив здесь? Давайте запятую поставим. Мне кажется, да? Дейн все-таки. Мне кажется, конечно. Дейн, от него зависит праксой. Что нужно, это сделать через ухищрение, да? Да, нужно это сделать, да. Угу. Ну все, да. То, что он ослабил, да. Кайде парагеноменос эйсти пелайон каентаут хи катаклит хейс просепоэйто тонну сунта кайгуто та парагеномена просеутон эйс эпес кипсин эпископсин эйс эпископсин дза дзоа силамбанон катест.
Катестхе, да, здесь катестхе. Катестхе, да. Так. Сейчас. Оригинал у нас есть. Спелайон. 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 Спелеологи, помните спелеологов? Помните пещеру Платона? Там это слово, по-моему, было, да? Ну, это те, кто... А, это просто, это, пещера. Ну, да. Оказавшись рядом, парагигномой, это... Или обходя, пара... Ну, как можно пещеру обходить? Смотрите, второе сейчас. Значение, смотрите лучше Вейсмана. Приходите тут. Придя просто. Идти, да. То есть, придя к какой-то пещере, и там... Нет, не какой-то пещере, а в пещеру внутрь. В, да. Придя в пещеру, и энтхаутха это, видимо, там. Ну да, внутри. Катаклитхейс. Угу. Катакли... Не знаю, катаклей, катаклея. Не-не-не. Кли... Кли... А, катакилео? Нет. Клино. А, не исчезла. То есть согнувшись, что ли, там согнувшись? Вот смотрите. Улегся там катаклина, он, да. Лег, да, он в причастии пассивном, но с значением таким, скорее, медиальным, да, даже почти активным. И там, разложившись, так сказать, на земле или где там. А дальше интересный очень глагол, посмотрите. Я помню его по Платону. Вот видите этот глагол? Просыпоэйо, проспоэйо. Это, видимо, притвориться. Да, придуриваться кем-то. Ну, притворился болеющим. Да. Сейчас поэйо. Хочу просто посмотреть этот глагол. Да, притворяться. Проспоэйомой. Да, притворился, что он больной. И таким образом та парагеномена просалтон. Сдо. Вместе надо. Сдо парагеномен просалтон. Нет, да вообще не так, смотрите. Давайте с глагола, с конца Отец. Начнем. Да. Нет, даже, ну, даже вместе с причастием вот этим. Сюламбано. Так, сюламбано это схватить, что ли? Сюламбано. Ну, схватить просто, да. Угу. Только это причастие. Да, при том, что оно в настоящее время. То есть, схватывая катестхе, катхистами, да, это? Нет, это глагол есть, по-моему. Нет разве? Я, честно говоря, подумал, что это глагол истхио просто. А, ел, конечно, там же и. Йота, да. Пожрал. Схватив, пожрал. Смотрите, тут у нас имперфект. Имперфект может означать повторяющееся действие. То есть он в течение нескольких месяцев так вот и себе добивал, так сказать, трофе. Ел. Угу. Регулярно лакомился, в общем. Хватая... Что, кого хватая? Какую-то живность, которая к нему... Около него оказывалась. Ну, приходил. Тот же глагол парадигмы, да, который был, да, уже здесь, да? Да, да. Эйс эпискепсин. Смотрите, эйс часто означает не буквально пространственный предлог «в», а цель для, да? То есть ради, ну не ради, но для чего приходила она к нему. Ну, видимо, для того, чтобы посмотреть. Ну, сблизи не часто увидишь, видимо, льва большого. Угу. На больного можно посмотреть безопасно, да, вот они приходили. Угу. Поглазеть. Чтобы поглазеть. Да, чтобы ну, не обязательно живность, а просто животные, да, да. Да, какие-то животные, которые приходили посмотреть. Так, ну понятно, да? Угу. Он их ел, он их обманывал, угу. Так. Полондотхирион, катаналотхентон, алопекс, то техносма, аутусюнейса, парагенето, кайстаса, апотхен, ту спелаю, апентхането, ауту, пос эхой. Дальше генетив абсолюта, значит, возможно, после того, как многих зверей он... Катанол... Катанало, что ли, это какой-то?
Ну, вы не помните по анабасису такой глагол аналиску? А, это аналитика. Ну, аналитику это тратить деньги. Ну, не обязательно деньги, это просто еще эвфемизм, ну, как бы убивать, тратить людей, знаете, можно еще людей тратить. А кота... Вот он, кота на лиску. А кота усиливает, наверное. А ведь интенсивка на лиску. Только какая здесь конструкция, вот это полон? Вы сказали, я просто не помню. Да, генитив с абсолютус. А, да-да. И это пассив, да, тхентон? Здесь, видите, пассив. Угу. Да, в Little Scott на самом деле есть прямое значение пожирать. Ну хорошо. Вот, да. И то есть, когда многие звери были пожраны, а лиса, она сюнейса, то есть она поняла, наверное, что ли, вот эту поняв, при... да. Поняв, да, вот эту вот это его прием, вот эту техносму эту. Уловку, да. Да, уловку его. А, опять же, пришла парагента и, встав апотхен, нет, не апотхен, а апотхен, во-первых. Да, апотхен. И что значит вот это окончание тхен? Как будто бы... как будто бы это... причастие среднего рода. Да нет. Нет? По-моему, это наречное выражение. Вот очень полезно читать такие старые книжки, потому что сложно найти в каких-то там этих... Сейчас все читают по Персею и по всяким базам данным, где ты тыкаешь на слово, и оно тебе подсказывает, да? А вот очень полезно читать как будто по бумаге. По-моему, это по-моему, наречие. Тхен означает удаление. Помните такой префикс? Приставка, наставка такая, удаление. А апу это тоже удаление. Издалека, издалека, по-моему, это значит. Да, да, я уже нашел, да, издали. И оно требует, как раз у меня сказано, генитива, который там исследует, ту спелаю, то есть, а может быть, генитив требует глаголом пюнтхану, то... нет, наверное, издали от пещеры, да, вот так вот, и от пюнтхану в отдалении. Пюнтхану талту, пюнтхану мастинос. Что он означает стенос? Помните, пюнхана это глагол выведывания информации, когда вы что-то у кого-то узнаете, расспрашиваете. То есть он просто его лиса просто его спросила. Это не аорис вроде, это имперфект, она стала расспрашивать его деканатом. Да. Ну или просто начинательный, да. Да, как у него дела? Стал расспрашивать, как у него дела. Да. Вот у нас такой заместительный обликвус оптатив, да? Как себя чувствует. Видите, она издалека стала, потому что она поняла уловку его, что он сейчас съест ее в ином случае. Так, давайте. Ну, получается, до конца теперь можно. Да. Ту дей понтос кокос кайтен айтиен эромену ди... Ген, что ли, да, здесь? Диген, ген, густое. Диген ук эйсосин эфе. Алего ге эсселот хон ан эйме георон полон эйсионтон ихне. Эксионтос де уденос. Так. Значит, он ответил... плохо. А как он ответил? Ту эйпонтос говорящий. Не, секунду, секунду. Это какая конструкция-то синтаксический эйпонтос? Какой-то падеж? Ну, там поту понятно, да? Ну, это да, это генитивус абсолютус. Да, только дэй переводите, ладно? А когда он, точнее, или а когда, да, а когда он сказал, что плохо, и причину, видимо... А кто спросил? Подождите, эромену это назвать, это ведь спрашивать, да? Да, эроме. Так подождите, в этот лев сказал плохо, а лиса, наверное, спросила причину, нет? Ну, я не буду подсказывать, подумайте. Эромену, кто субъект эромену все-таки?
Вообще лиса женского же рода, да? Это же не лис, по-моему, да? Угу. Так что и Ромену как бы к лисе сложно применить в любом случае. Так. Нет, а вы не упираетесь в 2-3 слова, вы смотрите на всю как бы вот эту, да? На все предложение, хотя бы до запятой. Там видите, дальше предложение после запятой есть вот после этой. Значит, по которой не эйсесен, по которой не мог почему кто-то не мог? Войти. Тут нет слова не мог. Да? Слово не мог. Ну нет. Да, по которой и по которой не входил. Ну, настоящий вроде. Не входит, да. Не входит. И да, спросив причину, по которой. Это все этот лев действительно делает, потому что он спрашивает причину, а что не заходишь? Да, заходи, да, что не заходишь. Это и здесь субъект уже лиса. Или уже лиса, там, уже лиса, да, да. Эфа. Да. Угу. Но я зашла бы. А, то понятно, здесь это просто иреалис, ан. Я ан сразу не заметил. Но я-то бы зашла, если бы не ихне. Сейчас. Это какой-то аорист, я так полагаю, возможно. Это не от ихнео какое-то. Ну, ихне, кстати, надо знать слово, оно ну, частотное относительно ихне. Только подождите, оно, конечно, не в таком виде будет в словаре. Но. Вот. То есть это глагольная основа, правильно? Там что-то прибавляется. Может быть, какой-то их. Нет, подождите, это существительное, это имя. Их я не знаю, какая основа настоящего. Ну, смотрите, это не глагол. Причем здесь основа настоящего? Смотрите, где у нас F в конце появляется? А-а-а. В каких именах? В какой парадигме? В каком склонении? Ну, в третьем лице, в аккузативе единственного числа. В третьем склонении, в смысле. Ну, как в слове гены, да? Слово генос. Та гены, да? Или это множественное, или ихнос. Все, я понял. То есть, да. Тут, видимо, да. Было эпсилон и альфа, которые слились, как в слове генос. Это ихнос, а склоняется как генос тоже должно быть. Да, да, конечно. Вот и все. Да, понятно. Я просто понял, что это глагол, и поэтому не сразу не разобрал. Следы. Ну, есть глагол, конечно, такой. Гигант. Значит, я бы вошла, если бы... Угу. Если бы не эурон, полон, эйсионтон, их... Смысл, наверное, если бы я не видела много каких-то следов. Но тут не так сказано. Хорошо. Следов кого-то входящих. Полон, видимо, ихнос и генитивус принадлежности. Да? Эйсионтон – это входить. Эсэйми, да? Угу. И если бы я не видела... Да, я понимаю, это видеть. Да, это да, варао. Имперфекте. Если бы не видела следы многих... Или не увидела, точнее, да, видела, вот я правильно перевел. Угу. Если бы не видела следов многих входивших. Ну, какой-то глагол вот это, исион там какой-то глагол. А вот я говорю эсэйми. Который эйми. Эйми, мы по йоте понимаем, да, там йота такая есть настойчивая. Да, да вот это эйми. Глагол, да, который ходить, не который быть, да, да. Угу, тугого, да. А вот добавка там еще есть. Да. А из выходящих ни одного. Следа ни одного. Не вижу ни одного следа выходящего. Ну все, да. Значит, однако, да, я-то, я бы вошла, если бы я не видела следы многих входящих, а выходящего ни одного следа. Угу. То есть он всех их ест, кто входит. Нам осталось поговорить, что здесь вот, ну, вы, я надеюсь, понимаете, да, я думаю. Ан как-то работает. Я сказал иреалис, да. А, иреалис в каком времени?
Это аорист, и поэтому это и реалис, я имею в виду глагол-то, это аорист, и поэтому это и реалис прошедшего времени. Не сейчас бы входила, а, ну, там, несколько минут назад, да, вошла бы, да, если бы не видела. Да, но интересно, что в протасе у нас стоит не аорист, а имперфект. А я думаю, что просто это она как бы продолжает не видеть. Да, я согласен, да. Но при этом в протосе имперфект, а в аподосе аорист, и все-таки аподосис важнее, селтхун важнее. Она объясняет, почему она один раз, там, 2 минуты назад не вошла, хотя могла. Потому что она тогда начала не видеть и продолжает видеть и не видеть следы входящих и не видеть следы выходящих. Ну да, Но наверное, здесь именно с глаголом эсерхума это однократное действие, а с глаголом грау это как бы состояние. Поэтому оно как бы и было, и продолжается, а не вошла один раз уже. ну да. Ну вот такие тексты.